Всем привет! Сегодня у меня очень хорошая новость для гостей и жителей нашего Темрюкского района, в частности для станицы Тамань. Крым Автотранс опубликовал на своем сайте информацию о том, что открывается новый маршрут, который будет заходить в станицу Тамань. Ура! Таманские активисты очень боролись долго за это, они писали большое количество обращений и наконец-то были услышаны. Это новый маршрут, который пойдет от Керчи до Краснодара и будет, соответственно, заходить в Тамань до Таманской автокассы. Маршрут будет отправляться от Керчи в 9:05, и до Тамани можно будет добраться всего лишь за 70 рублей. Керчь, Краснодар, Тамань в 10:00. 70 рублей. Ходит один единственный рейс, который называется Керчь, Краснодар с заходом в Тамань. 70 рублей билетик стоит до Тамани. Отправление из Керчи в 9:05 утра ежедневно. Поздравляю абсолютно всех. Тамань больше не транспортный тупик. Студенты, которые учатся в Керчи и ездят сюда к нам на полуостров, смогут наконец-то беспрепятственно приезжать сюда. А мы, соответственно, сможем ездить всего лишь за 70 рублей, прогуляться до Керчи, на набережную. В общем, это очень классная новость. Раньше, конечно, у нас была связь с Керчью, но это были частные маршрутки, и цена была за проезд 200 рублей. Ну, как-то дороговато было, а сейчас 70, и это очень круто. Как вы знаете, недавно у нас на Тамане открылась также железнодорожная станция Тамань Пассажирская. Видео о ней мы снимали для вас прямо накануне Нового года. И нас она впечатлила. Наконец-то через нас в Крым будут идти поезда. Наверняка также вы слышали о том, что у нас теперь с Анапы до Керчи через Тамань ходят новенькие рельсовые автобусы. Проезд также от Тамани до Керчи, до Керчи. Керчи до Тамани стоит 70 рублей. Пожалуйста, можно добираться, но, конечно, пока до Тамань Пассажирской немножко трудно добраться, потому что нету каких-то официальных маршруток, поэтому лучший вариант — это автобус, новый маршрут, который идет, соответственно, с Керчи до Краснодара через нас. Вот такая вот хорошая новость у меня сегодня для вас. Оставайтесь с нами. Всем пока!